Вы смотрите видео об отеле Мэлиа Аликанте. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Мэлиа Аликанте расположен в стране Испания в регионе Коста-Бланка и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. В 15 километрах от аэропорта Аликанте, в Аликанте, на территории отеля имеется 3 ресторана, 1 а-ля-карт, 1 бар, 12 конференц-залов до 470 персон, 1 открытый бассейн, спа-центр, прачечная, лифты, обслуживание номеров, бизнес-центр, интернет-кафе платно, Wi-Fi на территории отеля бесплатно, общественная парковка платна. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, русскоязычный канал, центральное кондиционирование, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, балкон, подключение к интернету бесплатно, Wi-Fi, детская кровать бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из 269 стандарт румс, 26 квадратных метров, максимум 3 человек, 87 junior suites, 54 квадратных метра, гостиная, спальня, межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты, максимум 2 плюс 2 человек, 60 The Level Room, 26 квадратных метров, дополнительный сервис The Level, душ с гидромассажом, Nespresso кофемашина в большинстве номеров, чайник, максимум 2 человек, 12 The Level Junior Suites, 54 квадратных метра, однокомнатные или состоящие из гостиной и спальни с межкомнатной дверью, дополнительный сервис The Level, душ с гидромассажем, Nespresso кофемашина, максимум 2 человек. Номера категории The Level предполагают размещение гостей только старше 18 лет. Сервис The Level включает в себя размещение на отдельном этаже, отдельный ресепшн, экспресс-чек-ин, чек-аут, возможность заказать early check-in или late check-out при наличии свободных номеров, меню ароматов и меню подушек, халаты и тапочки, приветственные подарки, возможность заказать частный ла-карт завтрак в номер, ежедневная пресса. Также бесплатно доступны терраса для загорания, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется фитнес-центр, сауна, джакузи, массаж, солярий, гольф за пределами отеля. Для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб в летнее время, услуги няни платно, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка в летнее время, развлекательные программы в летнее время. Год постройки гостиницы 1973. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.